О, две мантикоры. Ну, точнее, видел ты их там. Блин, это плохо. Я фигню сделал, боже мой, надо было по-другому сейчас сыграть. Блин, рили? А, он без скопов играет, с копами. Я такую, конечно, дуру сделал. Хорошо. Хотя да. ВП минус сразу. Понял, не минус. Привет, Юля. Ну чё, где? Он не БР. Опа, ну все. То, что он вот сейчас выехал из-за этой горочки, это габельное для него. Хорошо. Хорошо. Устройте фул габельную 28. Плиз. Хорошо.
бабах убило танк. У нас кто-нибудь умер? Умер только ЕБР. Короче, сейчас сделаю опасные вещи. Просто если ко мне сейчас бабаха приедет откуда-то, это будет беда. Он бабаха, все нормально. В тему пахнем. На базу ехать. У него не было ни одного шанса. Блин. Нафиг я столько снарядов теряю. Блин, он засветился. Хорош. Да куда? Нет. Два снаряда просто впустую. Блин, он не дал урону. Как так? Маус нет. Видимо, да. Восемь снарядов. Если будет проходить альфа.
Ладно, просто на удачу играем. Можно мне просто пройдет? Типа. Да, с фугасом обидно получилось на самом деле. Да, очень обидно. Я думаю, мне хватит на корпус. Так бы все равно не хватило. Да, поджог было бы хорошо. Это не поджог. Гутаран? Да-да, таран. Я рту хочу попробовать найти где-нибудь. Один урон, понимаете? Один урон тараном. Я думал сейчас арте дать урон, тараниться. Да. Вот, блин, вот как можно так вот играть? Вот возможно ли так проконтролить, чтобы вот не терять снаряды с самого начала боя? Ну вот не терять их. Капец. Вот дать Мантикоре еще 10 снарядов, все, изи просто. Изи победа. Элементарная прям. Ну да. Фиг мне не снаряды. 20, 17, 16. С фугасом капец обидно было. Короче, знаете, что можно было бы сделать? Короче, если бы я не потерял фугас, можно было вот один снаряд, одним снарядом добить, допустим, арту, а тараном ФВ.
Это было бы хорошо. Это было бы очень хорошо. В гриля там не залетало. Ну да, когда тебе... Просто понимаете, когда я стрелял в гриля, мне казалось, что это вообще абсолютно безвыходная ситуация, безвыходный бой. Бесшансовый. Вот, я думал, что как бы, ну, попробую сейчас, что-то залетит, не залетит. Ну и ладно. То есть я был уверен на 100%, что мы сейчас проиграем очень быстро. Но нет, не очень быстро.